Том Круз и вертолет. Том Круз, пожалуй, заслуживает звания самого безбашенного актера в мире. Вы наверняка в курсе, все трюки, даже самые сложные и опасные, он стремится выполнять сам. Если страховые агенты за время его карьеры и привыкли к такому поведению, то на съемках фильма «Миссия невыполнима. Последствия» у них наверняка был нервный срыв. Помните сцену битвы на вертолетах? Она включала в себя 360-градусный вираж над утесом, гонку сквозь узкий каньон, погружение в облака и выныривание обратно. Словом, концентрированный смертельный риск. Снимали ее в Новой Зеландии. Только это государство разрешило кинематографистам вытворять такое безумие. А теперь представьте реакцию режиссера, когда Том сообщил ему: «Я отправляюсь в Airbus, чтобы научиться управлять вертолетом». И ведь он сделал это. На подготовку у актера ушло 3 месяца. Он ежедневно уделял тренировкам не менее 8 часов. Просто посмотрите на эти кадры еще раз. 13 вертолетов летят буквально на расстоянии метра друг от друга в узком ущелье. Одно неверное движение может обернуться трагедией. Но Том не просто пилотирует вертолет, а еще и управляет камерой внутри кабины. Этот парень просто псих. Но за это мы его и любим.